Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами мы рассмотрим один небольшой наборчик из новой коллекции LEGO, который появился этим летом. Многие из вас уже, наверное, видели новый каталог. Июль-декабрь. Вот так он выглядит. Ну, здесь, конечно, новых конструкторов не так много, как бы хотелось. Преимущественно старые. Но новинок здесь тоже хватает. И сегодня мы рассмотрим с вами вот эту новиночку небольшую. Серфер, лодочка и акула. Стоимость всего 299 рублей. Ну, я его приобрел за 300 рублей, уж округлили. Так что давайте приступим к обзору этого набора. Вот сама коробочка под номером 611, но это не так важно. Ну что, давайте откроем ее. Вот, на ваших глазах распечатываю этот конструктор. Что здесь имеется? Странное существо, которое, как я понимаю, будет потом еще немножко переделано. Наклейка, вот такой пакетик и сама инструкция. Давайте приступим к сбору, к сборке. Так, открываем наш пакет. Здесь не так много деталей. Вот все детали. И начинаем сборку. Ну вот, теперь можно рассмотреть все повнимательней. Здесь у нас простой человечек на доске для серфинга. Обычные волосы, одно лицо. Вот такой интересный экземпляр. Далее рыба, акула, который рот, к сожалению, открывается, но не до конца. Можно даже убрать, и так тоже будет интересная рыба. Ну, и наш спортсмен, сотрудник береговой охраны, как я понимаю. Здесь у него спасательный круг, спасательный жилет. Вот. В общем, все достаточно просто. И собирается за считанные минуты. Также у нас здесь имеются еще запасные детали, которые остались. Это один плавательный жилет, но я так понимаю, он предназначен для этого человечка. Ну и вот такие детальки. А наклейки мы все клеили и поместили их на свое место. Вот, в общем, и все. Ну и маленький журнал, небольшая рекламка в конце. В общем, вот и все, что я хотел вам показать сегодня. До встречи в следующих выпусках. До свидания.